Добрый день, дорогие зрители, и сегодня я вам покажу, как вернуть блеск, чистоту и сияние своему хрусталю. Я думаю, у каждой хозяйки есть вазочка, которую она уже готова выбросить, потому как попробовала все чистящие средства в своем доме и отмыть этот налет не может. Особенно вазы с узким горлом, куда невозможно просунуть руку. Там образуется налет от цветов, от проточной воды, от времени. И оказывается, это отмывается все очень легко. Для этого нужны два простых ингредиента: пищевая сода и лимонная кислота. В пропорции 1:1. Если у вас небольшая емкость, вам достаточно по 1 столовой ложке. Можете взять побольше, если у вас большая ваза. И хорошо теплая вода. Обычная с крана, только не нужно кипятить, не нужно заваривать чайники. Для этого хрусталь высоких температур и кипятка не любит, он тогда действительно может помутнеть уже само стекло, и вы ничем изделие не спасете. Ждем, пока пройдет волшебная реакция, шипение, бурление, кипение. Можно взболтать, и для того, чтобы возобновить реакцию. И просто ждем минут 5-10. Пока там все успокоится. Теперь просто споласкиваем ваше изделие обычной холодной проточной водой. Если у вас снаружи есть какие-то загрязнения в гранях, можете взять либо очень мягкую какую-то зубную щетку, либо губку неабразивную и просто помыть свое изделие снаружи. И просто вытираем, даем ему высохнуть, и, пожалуйста, ваша вазочка как новая. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Скоро будут интересные обзоры.